остановился. Медведь лапкой раздавливает шишки кедровые. Ну а ветки собираем. Да дерзко. Эй! А ты только не дернулся. Да я вижу. Сейчас надо теперь убрать. Потапыч. А, Потапыч, на лабу с бытия. Кота. Миша, Миша, Миша. Мишаня. Сожрет тебя, дура. Кот ходит. Пофигу коту, понял? А может и не жрет? Да так, а что не делать? Затянет ее туда. Поиграть с ней, растрепать ее. А ну тебе тянет? Нельзя, я аккуратненько делаю. Мишаня. Митка. Че, рыкни что-нибудь, а? На Fisherman Hunter. Блин, там вот выдал. Да я ему Артем дам, а? А можно с тобой? Нельзя Алис туда руки высовывать. Почему? Нельзя. Заберет и будет нас. Укусит он. Вот за тарелку по ложке будет. Миша, Миша. Интервью дадите свое, не? Мишаня? Мишка? Мишуня? Миша, сколько ты килограмм примерно? Ну, кстати, я тебе не дам, он за этого зарплату платит. Я хочу килкать штучки. Задние лапки у него. Айда, Миша? Мишуня? Миш? 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 А? А? Тёшка, когда играешь, он потом будет. Подрачивай. Что, замерзли? Да. Давай лапкой подави. Молодец. Давай дави. Как Потапыч любите давить. А потом носом раздует, короче, орехи от шелухи и жрет. О, видали? Даже многие не знали, что в кедрачах медведь так может лапой давить. Шишки. Я вообще думал, что он их просто тупо грызет. Охуеть. Такие вот дела. Ладно. Всем пока от Fisherman Hunter.